14 марта в стенах Казанского университета прошло одно из ключевых событий этой весны – весенний бал КФУ-2019. Мероприятие является традиционным для Казанского федерального университета. Участники полностью погружаются в атмосферу 19 века, ведь во время подготовки они изучают не только танцевальные шаги и фигуры, но и этикет прошлых веков, приобщаются к истории родного государства и старинным традициям. Главная цель – это, ну, наверное, передать вот исторический колорит, культурную ценность, культурное восприятие, способствовать тому, что ребята именно будут воспитанными, именно с огромным уважением относиться к истории. Особое внимание уделяется внешнему виду пар. Светские старинные бальные танцы ориентированы не на призовые места, а на общение партнеров, в основе которого лежит этикет и изысканные манеры. На самом деле было очень волшебно, и сейчас эти чувства очень сложно передать. Как-то, я не знаю, мурашки даже по коже, просто окунуться в это времена старых времен, можно сказать, я не знаю, как-то на самом деле чудесно, балы какие-то, просто наряды, это чудесно. С каждым годом ощущаю что-то новое, потому что, во-первых, лицеисты новые, новые танцы учим, новые произведения берем. У нас каждый раз новые темы, и поэтому каждый бал по-своему уникален. Весенний бал КФУ – это еще одна возможность для учащихся проявить себя вне учебной деятельности, найти новых друзей или даже любовь, ведь чарующая атмосфера бала этому способствует. Подобные мероприятия – это все-таки, наверное, больше студенческие какие-то такие вот особенности, а здесь именно у учеников школы, да, в данном случае лицеев, есть возможность почувствовать себя частичкой, наверное, какой-то такой уже большой дружной семьи в будущем. Поэтому, видя вот их горящие глаза, видя, насколько им это все нравится, я думаю, что данную практику нужно поощрять, да, и каждый год проводить как можно больше подобных замечательных мероприятий. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.